Всем привет! Вы на канале Hard Asset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как посмотреть вашу активность сеансов в Snapchat. Итак, открываем приложение Snapchat. После этого на иконку в левом углу верхнем, после этого на шестеренке в правом углу. И далее мы листаем чуть ниже и находим вкладку «Управление сеансом». И здесь мы видим сеансы в приложении. В принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hard Reset Info и до новых встреч!